Закончился первый раунд. Красного угла ДХН Нурджигит Дюшибаев. Мастер спорта, город Каракол, из Сокольской области. 1998 года рождения, боксом занимается 8 лет. Счет боям не ведет. Финалист чемпионата Кыргызской республики 2020 года. Тренируется Нурджигит под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Бишена Сабатарова и тренера Адилета Сабатарова. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Азат Мусиналиев. Город Токмок, Чуйской области. 1991 года рождения, мастер спорта международного класса. Боксом Азат занимается 12 лет, еще боям не ведет. Чемпион Азии 2013 года, призер чемпионата Азии 2021 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Ильяса Марова.
Боем учит. Решением судей победу одержал Азат Хусеналиев.